В плену меня пытали, в том числе электрическим током. Когда меня освободили из плена, мои ноги меня не слушались. Если бы мое состояние мне позволило, то я бы лег и поцеловал нашу землю. Я благодарен Верховному Главнокомандующему за возвращение на родину, к своим близким. Именно благодаря нашему президенту я нахожусь на родине, рядом с семьей. Азербайджанская армия под руководством Верховного Главнокомандующего освободила наши родные земли от оккупации.